заболел? Да. Я же говорил, тебе нужно тепло одеваться. Не кричи. Ой, привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Привет, Жорик. Вот ты уже поздно одел свой шарфик, когда уже заболел. Да, заболел. Дай посмотри. Ой, у тебя еще температура, кажется. Ты говорил температуру? Я думал, обычно трогают лоб. Но я тебе потрогал вот так вот, голову. Я немножко заболел. Ничего себе немножко. Подожди, я сейчас тебе принесу горячий чай. Просто, Жорик, я на улицу вышел и был весь расстегнутый. О! В общем, бегал. Еще и мальчики, да? Понятно. И мальчики, и вообще. Вот, смотри, горячий чай с малиной. Кстати, да, ребята, нужно горячий чай с малиной пить, когда температура. Это когда простыл или когда заболел? Когда заболел, а вот там кашель у тебя, там насморк и температура, надо чай с малиной вареньем пить. Вот, держи. А это меня спасет от уколов. От уколов? Да. Ну, если вовремя начинать лечиться, то спасет. А если уже ты ходишь, болеешь день, два, три, а потом говоришь, мама, я заболел, то это уже поздно, тогда уколы. Ты когда заболел? Я, Жорик, подожди, я еще пока не заболел. Я побегал, раздетый, расстегнутый. Ага. Я простыл, и я сейчас буду пить горячий чай, да, с малиной, да. Обязательно одеваться, да. И тогда мне не будут делать уколы. Не будут. Вот, и когда заболел, нужно очень тепло одеваться и выходить на улицу. Подышать свежим воздухом 5-7 минут и заходить обратно домой. Потому что, ну, чтобы не простыть снова. Да? Да. Давай мне чай. Давай. А теперь мне расскажи, что, как мне нужно одеваться на улицу. Смотри, значит, ты выходишь на улицу, так? Одеваешь кофточку. Кофточку? Вкусно? Да, одеваешь кофточку, потом одеваешь, свитерок такой теплый. Вкусно! Вкусно. А потом одеваешь... Серьезно говорю, вкусно! Так я знаю, даже с малиной. Вот, а потом одеваешь курточку, шапочку, и вот так вот шарфик завязываешь. Вот, теплые штанишки и еще теплые-теплые ботиночки. А когда мороз сильный, можно маленькие. Вот. Вот так. Вкусно. Вкусно? Ну? Я тебя понял, Жорик. Теперь я буду всегда одеваться, обуваться, тепло одеваться. Да, и нельзя раздеть. Вы всегда одевайтесь... Хорошо, тепло, да. Слушайте своих родителей, одевайте шарфы, рукавички. Да. Раздетыми не бегайте на улице. Да, и чтобы да. У вас всегда были сухие ноги, да, вот. Да, да. Вот, тогда вы никогда не заболеете, и вы всегда будете... Здоровы, да. И у вас всегда будет хорошее настроение, да. Вот. А еще и вам тогда не будут делать уколы. Да, не будут. Еще можно чай пить с медом. А я тебе завтра с медом сделаю. Хорошо? Утром проснешься, тебе делать чай с медом. А я уже больше не хочу болеть. Болеть это неинтересно. Лучше быть здоровым всегда. Да, и играть во все игры с ребятами, а не дома лежать с градусником и вот так вот. А давай мультфильм посмотрим. Давай. Ты там будешь сидеть? Все, сиди, да. Только допились чай. Хорошо? Все, давай, смотрите. Вот оно. Интересно как. Ты посмотри, куда. Вкусно, да, интересно.